власти сказали, это грунтовые воды вот такого вот приятного желтого цвета. И, ну, это вот сейчас оно не пахнет, а летом вообще все ароматы. Дежурная группа начинает свою работу. Мы в деревне Бадалык. Здесь ситуация больше подходит к летнему сезону. Вот этот овраг длиной 200 метров, глубиной 1,5 метра. Сейчас он весь заполнен сточными водами. Об этом нетрудно догадаться, судя по рисунку и оттенку этого льда. За моей спиной солнечный, там живут люди в благоустроенных районах. Но все продукты жизнедеятельности по трубам стекают сюда, в деревню. И стоит отметить, что здесь тоже живут люди. Все, что сделали, это проложили трубу под дорогой. То есть солнечный они избавили от вот этой вот красоты и чистоты. А нам сюда, пожалуйста, здесь же большие чины не ездят и вот этого же безобразия не видят. И их дети же тут не колупаются. Когда коллектор забился, там начал, они решили, зачем там делать коллектор, он опять забьется, его опять чистить, опять этого. Проще пустить сюда, пускай здесь текет и все. Вместе с местными жителями нам удалось найти источник проблемы и, собственно, этого дивного аромата и мутной воды. Давайте проверим, наверное, прямо здесь, около трубы. Ну, там явно дна мы не достанем, хотя уже понятно, что это явно не родниковая вода. Не родниковая, но питьевая. Коммунальщики говорят, что никакой химической угрозы вода, которая топит деревню, не представляет. Подтопление в деревне Бадалык происходит чистой питьевой водой. Она попадает туда из магистральных трубопроводов через систему ливневой канализации. Уже определились с местом повреждения. Получаем необходимые согласования для проведения земляных работ. В ближайшее время эта утечка будет устранена. Лифт виадука на медакадемии. Автоматические двери, естественно, уже не работают, а само помещение превратилось уже буквально в какую-то мусорку и, наверное, местный алкобар. Но самое обидное, как говорят люди, не работает лифт, который между тем должен обслуживать ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров и инвалидов. Здесь очень много народу ходит, поэтому должен работать. Как, ну, здесь же всякие люди, и колясочники, и там туда-сюда. Не всякий может подняться. Тем более престарелые, они в сопровождении там идут. Ну, на себе же не унесешь человека. Приходится лифтом пользоваться, но неудачно. Сегодня он тоже не работает. Сейчас будем пытаться дозвониться до аварийной службы, до диспетчерской. Подскажите, когда-то будет он работать? А мы их не обслуживаем уже давно. Позже нам удалось выяснить, что все дело в теплофонах. Они вышли из строя, и сейчас подрядчик занимается их заменой. Как нам рассказали в администрации, лифты снова начнут работать до конца недели. Но есть у нас и хорошие новости. Это улица Елены Стасовой, за моей спиной улица Вильского, а это мост, который наконец-то их соединяет. В 2019 году еще начались с ним проблемы, в 2020 приехала прокуратура, посмотрела, сказала, что он не годен и ходить по нему опасно. Но все это время им никто не занимался, и вот в этом году новый мост стоит на месте, чему очень рады местные жители. Вообще нужен он здесь, нет? Нужен, очень нужен, да. Вся вот эта вот территория, она вся ходит туда. Поэтому очень нужен. Спасибо огромное, что сделали такой мост. Ну и мы, конечно, всегда рады, когда находится место хорошим новостям. Сегодня для вас дежурили Павел Горшанов, Никита Сигай. Новости Прима.